На мой взгляд, типичная ошибка то, что ребята все-таки забывают зачастую, зачем пришли, потому что все-таки цель их – это привлечь деньги в свой бизнес. И такие основные условия, как сколько я долю в компании продаю, сколько она стоит и вообще какой выход для инвестора я могу дать. Вот мне кажется, это одна из основных ошибок, то, что они это не показывают. Инвесторы всячески пытались им намекнуть на то, что все-таки мы хотим какие-то иксы заработать. Как бы это банально не было, но можно считать это некой спекулятивной сделкой, когда инвестор входит в капитал и надеется на рост компании, конечно же.